округа. Российской Федерации. Из его стен вышли выпускники, ставшие генералами и офицерами, общественно-политическими деятелями, которые в счетах колледжа впервые принимают участие студенты-девушки, среди них отличницы учебы и спортсменки. Пожарно-спасательный колледж входит в топ-100 лучших образовательных базы, построенные под огнем врага. Заглубленные командные пункты, космодромы Плесецк и Байконур. Вот детище военных. Храм общественного порядка, борьбу с преступностью, бандитизмом и диверсантами в осажденном Ленинграде. Легендарные полуторки, советские легковые и среднетоннажные автомобили Горьковского автомобильного завода различных модификаций с образцами. Ветеранам!